ФИФА подтвердила, что может отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях в связи с инцидентом в матче национального первенства между командами ПАОК и АЕК. Напомним, встреча в рамках 25-го тура чемпионата Греции была прервана, когда российский владелец ПАОК Иван Савидис спустился с трибун с огнестрельным оружием, поскольку был недоволен, что главный арбитр матча отменил гол Маурисио, зафиксировав офсайд. Комитет ФИФА, отвечающий за мониторинг Греческой Федерации Футбола, решительно осуждает недавние инциденты в Греции и настоятельно призывает всех немедленно принять меры, чтобы положить конец неприемлемой ситуации, которая возникла в греческом футболе. Неспособность компетентных органов принять надлежащие меры для искоренения всех видов насилия для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу национальных соревнований, вынудит ФИФА передать дело в Комитет Ассоциации членов ФИФА под отчетный совету ФИФА для рассмотрения возможных санкций, предусмотренных в уставе ФИФА, включая приостановление деятельности Ассоциации члена, сообщили в ФИФА корреспонденту чемпионатов Алине Куимовой. ФИФА может запретить участие Греции в международных соревнованиях из-за Савиди.